А теперь у вас дракон. Теперь вы приручили дракона. Мы сейчас ведь у нас какая тема встречи? Как приручить дракона 2? DreamWorks сделал. Ну, я озвучиваю скандинавскую версию. Так же, как и в первом. И во втором тоже. А вот во второй части мне повезло, что так получилось, что у меня сейчас песня, своя песня на саундтреке к фильму «Как приручить дракона». Да, Into a Fantasy, да? Да. Как это будет по-норвежски, кстати? Til en fantasi. Ага. Понятно. А по-русски даже не знаю, как перевести. В фантазию? В фантазию, да. Да, ну вот, как-то это не очень звучит. Вот, видимо, профессиональный переводчик как-то найдет. Честное слово сказать, я хотел назвать ее «Come fly with me», потому что я пою там все время «Come fly with me». Да, я видел, «Полетите со мной», да. А DreamWorks, американский DreamWorks, они сказали, что это слишком известная песня Синатра, так что они хотели, чтобы я изменил имя, поменял. Но я рад, что они... Это значит, что им важно, чтобы это был успех, да? Ну, какая-то удивительная история, во всяком случае, в вашей версии. Вы говорите, что вы отправили просто им демо, который сами сделали. И на самом деле уже дедлайны все прошли, все сроки. Два месяца перед премьерой я им послал. Да, и они взяли и изменили все свои планы и сделали это как бы вот, ну, темой. Ну, это очень красиво это сказали. Ну, не все свои планы, конечно, но... По музыке я уверен, что у них давно уже все контракты были записаны. Естественно, за два месяца это не делается. И они нам тоже сказали, когда я же сам заплатил за студию, у меня просто явилась идея. А сами это сколько заплатили? То есть на сколько это ощутимо? Ну, в Норвегии это стоит 3-4 тысячи евро. Так что я не пострадал. Ну вот когда у меня идея является, мне важно ее закончить, не покинуть идею, а вот именно верить в свои мечты. Это очень важно. Я работаю с детьми, часто во всем мире работаю с детьми, с талантливыми, и всегда им говорю, чтобы они всегда верили в свои мечты и верили в свой талант и развивали его. Не важно, что люди говорят вокруг, что «ой, не надо, это никогда не получится». То же самое вы говорили мне сейчас про эту песню, они говорили, ну, Саша, это американцы, они уже 3 года назад уже все решили. А я хочу всегда закончить все свои проекты, и вот послал им, и они сказали, А вот мне просто интересует просто техническая сторона вопроса. Что значит послал им? Вот вы знали адрес просто, куда посылать это демо? Как это делается? Мне повезло, потому что... Потому что я дружу с директором Fox. Вы знаете, да. Fox, но с норвежским. И у него там связи были. То есть вы это делали через своего норвежского знакомого? Да, потому что это он меня пригласил озвучивать и первую, и вторую часть. И вот когда я представил песню ему, он сказал, я думал, что он сказал, ну, Саша, как все другие норвежцы, Саша, какой смысл, никто не возьмет. Но он сказал, что давай, пошлем, хотя наверняка поздно. И DreamWorks тоже честно сказали, что уже слишком поздно посылать песни, но мы ее послушаем. И вот 2 недели прошло, и вдруг они мне позвонили, сказали, Саша, давай будем вместе работать. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.